комплексе есть еще Rio Palace Macao, но он сейчас на реконструкции, он сейчас закрыт. И последний из комплекса Rio Palace Bar. Нет, черт, Rio Palace Bavara. Вот такой вот спортивный клуб, где можно смотреть матчи. Здесь ничего нет, ни стекла, ничего, просто ванна. Ну и по стандарту в Рио везде вот такой вот мини-бар.